Привет. Что ты делаешь здесь? Ты не выглядишь как лицо, приглашенное на званый обед, и я не припоминаю твоего имени в списке. Да и одежда у тебя соответствующая, и ты, похоже, человек хороший. Можешь войти. Извини, что задержал тебя. Правильно, большой и пышный званый обед. Человек ты, кажется, порядочный, но не настолько, чтобы я впустил тебя туда. И уж точно не в таком виде. Я не уверен, что одежда твоя соответствует случаю, но ты, похоже, человек хороший. Я впущу тебя. Смотри, чтобы я не пожалел об этом. Я не знаю, кто ты, и я не совсем уверен в тебе. Но одежда твоя вполне соответствует случаю. Вряд ли кто-то стал бы наряжаться просто так. Проходи. Послушай, это званый обед для людей из высшего света. Ты мне нравишься, но не настолько, чтобы я пропустил тебя туда. И уж точно не в таком виде. Это обед для людей из высшего света. Я не знаю тебя, и ты мне не нравишься. И в такой одежде я все равно не пропустил бы тебя.